предотвратила трагедию. Мария Лапушкина – одна из юных обладательниц медали за проявленное мужество от Совета Федерации. Ей всего 11 лет, но девочку уже можно назвать героиней. В мае этого года Мария приехала на дачу в гости к бабушке и дедушке. Там она стала первой, кто увидел, как горит соседний участок. Девочка сразу позвала на помощь взрослых, а потом помогала носить ведра с водой, чтобы избежать распространения огня на другие дома. На церемонию вручения заслуженной награды Мария пришла с родителями. Мама и папа поддерживают ее в волнительный момент. Немножко волнительно, потому что, как ты понимаешь, что ты сделал просто поступок, не ожидал, что все вот это вот будет, и тебя просто награждают уже чем-то весомым. Безусловно, мы с супругой очень горды нашей дочерью. Сделала она все правильно, помогла не распространению огня и большую беду предотвратила. Поэтому я очень горда, молодец. И это не единственная история из нашего региона. Сразу 4 подростка из села Сима Юрьев-Польского района получили медали за проявленное мужество. Ребята, 5 друзей, катались на велосипедах. Один из них упал и потерял сознание. Товарищи не растерялись. Они оказали пострадавшему другу первую медицинскую помощь, а затем своими силами несли его до больницы. Один из спасителей – Кирилл Коняшкин. Он рассказывает и друга, и даже незнакомого прохожего – в беде бы никогда не бросил. Это воспитание. Все идет от родителей. Видишь, что человек в беде, нужно помочь. В любом случае. Как бы тебе не было тяжело. Памятные медали за проявленное мужество ребятам вручают в рамках проекта «Дети-герои». Учреждена она Советом Федерации. Это почетная награда не только символ признания подвига, но и вдохновение на совершение новых добрых дел и поступков. Очень важно, что когда подвиги совершают взрослые люди. Но, безусловно, я уверен, что намного даже более важно, еще важнее, когда самоотверженные поступки, мужественные поступки совершают наши дети. Вот такие ребята, как вот, которые у нас сегодня приглашены из Юрьев-Польского, из города Коврово. Любовь к родине, стремление помогать людям, готовность рисковать жизнью и здоровьем ради другого. И это все остается главными ценностями нашей страны. Награждают юных героев уже на протяжении 11 лет. В этот раз этой честью удостоились 230 ребят из 60 регионов России. 20 из них были приглашены на церемонию вручения в Верхнюю палату российского парламента. Во Владимирской области медали удостоились 5 юных героев. Мы просто гордимся вами и вашими вот находчивостью, уверенностью в своих силах, умением прийти на помощь в любом случае, не считаясь там с ситуацией, в которой вы попали. Конечно, я отдельно хочу поблагодарить ваших родителей, дорогие наши ребята, за то, что они воспитали вас настоящими гражданами нашей любимой страны, нашей России. Родители ребят тоже отметили наградами. Тем, кто смог присутствовать на церемонии награждения, вручили благодарственные письма от законодательного собрания Владимирской области. Лада Кучетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».